Добрый день. Сегодня приехали с Аутстопсе только. Сейчас пообедали. Пьем кофе. Ну что сказать о Топсе? Топсе в первую очередь, конечно, это приморский городок такой. Но он портовый. Поэтому пляж, конечно, он не сильно там оборудован. Вода, ну, в Агое вода чище, конечно. И там, в принципе, нормально. Ну, во-первых, там порт, корабли, конечно, стоят. Хотя на пляже все есть. Ну, вечером мы еще туда поедем. Хочется погулять по набережной, посмотреть этот город. Что сказать о Лазаревке? Лазаревка, конечно, чисто курортный городок. Вчера мы приехали в Туапсе 10 минут 9, но уже автобусы не ходили, взяли такси, заплатили 300 рублей, и он нас привез в Агое сюда. Так что если куда-то ехать на электричке, лучше поехать туда на машине и поставить на стоянку машину, а потом на машине сюда приехать. Хотя, в принципе, 300 рублей это тоже не деньги. На вокзале просили 400 на железнодорожном, а на автобус, на автовокзале 300 рублей. Лазаревка, конечно, это курортный городок, там много развлечений. Ну, все равно вот поедем вечером, там погуляем, посмотрим. Там много магазинов. Ну, город там тоже живет как бы своей жизнью. Сегодня вот четвертый день уже на море. Сегодня поехали туда на машине. Где-то примерно отсюда и до города. Это километров всего 7. Там парковка очень хорошая есть, можно в центре города поставить. Около автовокзала есть магазин «Магнит семейный». И там подземная большая парковка, можно там ее поставить, машину, погулять по городу. Также есть на железнодорожном вокзале парковка. Там она платная, 40 рублей в час. Завтра не знаю, посмотрим, ну еще куда-нибудь съездим. Я решил, что каждый день мы будем ездить в какой-то отдельный поселок и там отдыхать. Также сравнивать. Вот. В августе я хотел рассказать про Дедеркой. В августе мы были в Дедеркой и тоже поехали на электричке. Прошли по поселку. Ну, поселок маленький. От пляжа идет две улички там небольших, мы даже дальше ходить не стали, прошли, наверное, метров 300-400. Ну, по дороге продается мороженое и там разные плавательные там приспособления, маски, матрасы и все остальное. На пляж там переход под мостом идет, выходишь на пляж, ну, небольшой такой пляж, людей там мало было. Вода на берегу мутноватая, конечно. Много таких галышей больших. Ну, небольших, а скажем так, среднего размера. Потому что заходить было тяжеловато. Когда дальше там заплываешь, вода чистая. Ну вот я заплыл туда до буя. Назад вернулся. Выходить тоже сложновато. Все-таки ломаешь ноги. А так там тоже есть бананы там разные, развлекательные. Столовая там хорошая, приличная. Значит, под мостом, когда выходишь с пляжа, там такие торговые ряды есть. Можно все там купить, магазин там есть. В остальном такой небольшой поселочек. Ну вот, что-то дочка зовет, сейчас подойду.
На этом пока все.